Представители администрации Мострансавто, а также сотрудники полиции и прокуратуры провели совместный рейд. Они проверили общественный транспорт, курсирующий по Люберцам, на соблюдение мер предосторожности в период эпидемии. Подробности в сюжете. Я могу подождать следующий автобус, например, если там он битком. Но сейчас, в принципе, мало народу, так что можно ездить. Для пассажиров, которые относятся к ситуации менее ответственно, созданы вот такие предупреждающие стикеры. Соблюдение дистанции в общественном транспорте – вопрос очень важный. Кроме листовок с призывами придерживаться новых правил, руководство Мострансавто предприняло и другие радикальные меры. На маршруте 22, к примеру, временно не курсируют автобусы малого класса. На прошедшей неделе среднее количество пассажиров на рейс час пик на нем составляло до 10 человек. Межпик – где-то 3-5 пассажиров было. С сегодняшнего дня произошел в час пик небольшой скачок пассажиропотока. И приняли оперативное решение, чтобы на этом маршруте работали автобусы большей вместимости. И сейчас вместо 3 МК на маршруте работает 3 автобуса большого класса. Пассажиропоток снижается, а меры безопасности, наоборот, усиливаются. Водители общественного транспорта обязаны иметь при себе средства индивидуальной защиты. Терминал для безналичной оплаты должен работать бесперебойно, а пассажирам рекомендовано рассаживаться в шахматном порядке. Соблюдение таких простых, но важных правил позволит защитить здоровье и остановить вирус. Луиза Егазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.